уже проще на телефон мой записать. Да, я тут так, часть по делам надо езжу. Уже что, на следующей неделе буду. А защита когда? Диплома? Ага. Где-то был в мае. Слабый сигнал. Я на планах сижу, я там просто, я в шоке. Они там что-то говорят, какой-то там куратор, кого-то там взяли, не взяли. Я думаю, вообще о чем вообще говорите? Там задают там какие-то доклады, как их вообще писать? Да что это такое? Да. Все, заплатил, заплатил и жил бы себе спокойно дальше. А мы тоже, я думаю, не платили, если не узнали бы, что так можно. У меня вот группа, там 22 человека. Из них где-то, я уверен, человек 15 точно платят. Вот за год там они отдают 70 тысяч. Типа сейчас и дипломы там, и вся эта фигня 70 тысяч. Ну вот только с 15 человек, грубо говоря, там зарабатывается миллион. Да-да, по-моему, правильно. Да. Не, у нас, я знаю, один только платил. Соединение у нас установлено. 30 человек было. Потому что ему учиться некогда было. Как раз начинались эти кооперативы все. Он открыл там точку, кассеты записывал, музыку. Ага. Я знаю, что по 700 рублей он за сессию платил. А по тем временам 700 рублей – это две шахтерские зарплаты. Ничего себе. Закончил. Не знаю, по специальности, не по специальности, ну, должность как раз вот главный инженер там чего-то был. У нас специальность была двигатель внутреннего сгорания. Но он какой-то там главный инженер то ли какой-то железнодорожной станции, то ли депо, то ли что-то такое. Да, я понял. Вот у моей девушки, у нее отец работает в Котельниково каким-то инженером. Он месяц зарабатывает 150 тысяч. Так у него стабильно зарплата 150. Вообще нормально. У него до этого там подземный стаж где-то лет 25, по-моему. А, там, ну плюс пенсия. Да, это, да. Нет, это сейчас это чисто зарплата у него. Я понял, а плюс еще ж пенсия. Да.